Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу Святому! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком ином нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, друзья, товарищи, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, всему истрадавшемуся человечеству дарованного, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Слава Искупителю всего рода человеческого! Сия вера, христианская сия вера, апостольская сия вера, вселенную утверди, потому как един Бог и един Господь наш Спаситель, посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. И Он подчеркивает, что ни в ком ином нет спасения, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Отца, через Сына, через Иисуса Христа, что чтим Отца, чтим и Сына. И великий первосвященник Иисус Христос, наш великий первосвященник, ходатай Нового Завета, и как патриарх, первосвященник, который вошел во святое святых, не просто даже храмовое святое святых, а в самое небо, вошел действительно, да, чтобы за нас ходатайствовать. И его ходатайственная молитва, совершая чудеса, вот уже 2000 лет, над землей всей один Господь, Иисус Христос, в моей жизни один Господь, Иисус Христос. Бог лишь один во всей вселенной, Иисус Господь для всех. В Его имени для нас спасение, Иисус Господь для всех. Над землей всей один Господь, Иисус Христос, в моей жизни один Господь, Иисус Христос. Один за всех нас пролил свою кровь, отдал свою жизнь, один за всех, и все мы за одного, за единого нашего Господа и Спаса. Братья и сестры, и как православный священнослужитель, как реформатор, обновленец, я много уделяю времени вопросу многобожия, идолопоклонства, антисемитизма, религиозного оккультизма и прочих проблем церкви. Потому как я верую в то, что Господь наш, Он хочет, чтобы церковь Его и православие в том числе, конечно же, ведь православные ветви, древние ветви христианские, да, и на таком многоветвистом древе Царства Божьего православные ветви занимают очень важное место, считаю. И Бог хочет, чтобы церковь Его не имела пятна, порока, чего-либо подобного, но чтобы была святой и непорочной, непорочной невестой нашего Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, возлюбленной, не имеющей пятна или порока, никакой закваски фарисейской, саддукейской, иродовой, ничего, никакого пятна, даже тени. И это не утопия, братья и сестры. Я верю, что пред пришествием Господним, пред Его славным возвращением нашего Спасителя возлюбленного, а ведь мы восклицаем уже 2000 лет с вами, «Гряди, Господи Иисусе!» Как в конце самом Нового Завета, в конце Библии мы это читаем. «И дух, и невеста». Да, «И дух, и невеста». То же самое восклицают, говоря то же самое, «Гряди, Господи Иисусе!» Было время, что на протяжении многих, к сожалению, столетий, чего греха таить, Дух говорил одно, церковь, невеста другое. Но пришло время, приходит время, и оно уже пришло,
когда действительно, да, и дух, и невеста говорят одно. И церковь повинуется Христу, а не наоборот. Братья и сестры, церковь повинуется Христу. И вот в этом повиновении Христу, в этой покорности Богу, наше наслаждение, наше счастье. Слава Богу, друзья, братья и сестры. И эти дни месяца июля в православном церковном календаре Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, нашей Киевской архиепископии, архиепископом, которым я являюсь все эти годы, вот уже более 20 лет, обозначены некоторые очень важные даты. И вообще в православном календаре, вот в июле месяце, вчера, в частности, вот 24 июля, праздновалась память, отмечалась память княгини Ольги. Княгиня Киевская, которая княжествовала, получается, да, она правила Русью на протяжении, ну, порядка 20 лет, больше, меньше, разные есть мнения историков. Да, эта княгиня, она, опять-таки, тоже о ее родословной, о ее происхождении, то есть разные мнения есть. Но не это нам сейчас важно. А самой княгине самое важное отмечено в календаре православном, что она приняла христианство и первой, получается, да, вот стала распространителем, получается, распространять веру христианскую. И слава Богу, что княгиня эта великая, она, имея в своих руках бразды правления, да, и довольно будучи властной женщиной по жизни, то, что ей, по крайней мере, приписывают летописцы, то, о чем пишут, пусть немногие строки совсем, да, но заставляет нас действительно задуматься и поверить, что это была женщина такая очень волевая, сильная и властная женщина. Эта женщина не из тех, которая ждала, будем так говорить, принца на белом коне. Она сама принца и коня останавливала на скаку, как говорится, да. Она сама брала счастье в свои руки и, в общем-то, такая была женщина довольно радикальная. Хельга, да, Ольга, вероятнее всего историки предполагают, что, скорее всего, она была как раз именно со Скандинавии. Кстати, Ольга Хельга буквально святая. Кстати, даже ее имя, она уже пророчески как-то уже указывала, святая. Вот, и по поводу ее женитьбы с князем, она как познакомилась? Она увидела молодого красивого человека, вот, а сама она работала на переправе, будем так говорить, у нее была лодка, и за деньги, да, она переправляла людей по реке. Ну, ее, один из ее источников дохода, да, этой девушки. Вот, и она увидела молодого такого охотника, князя, красивый, здоровый, крепкий человек такой, видимо, хорошо охотится, и захотелось князю поохотиться на другом берегу. И он увидел, девушка, она на переправе работает как раз, и говорит: «Девушка, вы меня перевезете на ту сторону реки?» Она говорит: «Пожалуйста». Но вот я, говорит, с условием тебя, князь, перевезу. С каким условием? «Женись на мне», говорит. «Хочу быть твоей женой». Князь в шоке. Он еще молодой, правда, был. Ему еще 30 не было. Но он так немного так в шоке был, потому что, как бы, ну, даже в те времена это было нетипично, чтобы девушка вот так вот, да, значит, сосватывалась. И как бы он вроде бы: «Да, нет, хорошо, вот возьму тебя. Слушай, ты такая интересная, красивая такая и смелая такая девушка». Это была смелая девушка, да. Кстати, на самом деле князь не обманул, не кинул эту девчонку. На самом деле он потом женился на ней. Вот, и Ольга стала великой княгиней. Представьте, да. И она всю жизнь такая была. Эта княгиня, она и... Самые первые упоминания о ней такие были очень интересные. Вот, ну, сама женитьба ее, да, замужество ее, конечно, да, это шокирующе. Даже сейчас, даже в наше время,
в 21 столетии это нетипично. Хотя уже как бы есть прецеденты сейчас, да, есть, когда женщины предлагают руку и сердце, да, значит, но даже в наше время это еще нетипично. Вот, чаще всего все-таки патриархальный уклад сохраняется, и какое-то старое представление сохраняется о браке, о семье и о замужестве, да, как бы, и поэтому обычно все-таки мужчины, до сих пор обычно именно мужчина предлагает руку и сердце. Хотя есть разные вещи, да, сейчас уже в наш век, не всему удивишься сейчас уже, касательно семьи, брака, много всяких «но» сейчас. Так вот, но княгиня Ольга тогда еще, более 1000 лет тому назад, она, да, она была такая женщина, весьма радикальная, нетипичная женщина такая. Да и потом, то, что пишут летописцы о ней, заставляет нас поверить, что это была очень властная женщина и очень сильная женщина. Когда древляне убили ее мужа, горячо любимого, она обожала его, она любила его очень сильно. И представьте, однажды его убили, и эта женщина показала себя как очень мстительной женщиной. Она была такой мстительной, и притом она так мстила ловко, что люди, которым она мстила, до последнего не понимали, что она делает вообще. Лишь только потом становилось ясно, что это была ее очень страшная месть. Там те, кто читали летописи, те помнят, наверное, да, «Житие святой Ольги» читали или летописи читали о княгине Ольге, те знают, о чем я говорю. Но я приведу немного примеров, я лишь приведу такие самые характерные примеры. Допустим, первая делегация от древлян, которая прибыла туда, к княгине Ольге, она была уже вдова, уже было достоверно известно, что Игорь был убит уже. Вот, она была в трауре, она была одна, и древляне, убийцы эти, да, послали делегацию своих там важных таких людей, которые как бы считали, что вдову теперь мы легко уломаем вообще. Мы эту девчонку сейчас, мы эту вдовицу, мы сейчас ее уломаем, и она пойдет у нас на поводу. И она удивительная женщина, она вот такая хитрая такая была. Она на самом деле подыграла этой делегации, и она притворилась такой мягкой и пушистой, что те подумали, а, девчонка сопливая, и вообще, мы сейчас с ней сладим вообще в два счета, вообще в бараний рог ее сейчас возьмем, и весь Киев заодно. И представьте, и она им там мягко постелила, как говорится, но было жестко спать потом, слушайте. Она для этой делегации поляну накрыла такую, пир закатила, всякие угощения. И говорит, вот, вот угощения всякие, питье, мед всякие, пейте, люди добрые. Вот, ну вот банька у нас есть, царская банька. Не просто там по-черному, а хорошая баня такая у нас. И те мужики вообще довольные. Слушайте, здесь всякие наложницы, здесь баня такая большая, истоплена. Жаркое. И они, ничего не подозревая, пошли все в баню, всей гурьбой. И давай там париться, довольные, счастливые. Вот это у нас лафа, жизнь удалась. А княгиня Ольга, оказывается, их заманила туда, в эту баньку. Не просто так. А приказала баньку закрыть, замуровать, и потом их всех живьем сожгли. Прямо вместе с этой баней царской. Она не пожалела эту баню царскую, лишь бы всю делегацию живьем сжечь. Другую делегацию, которая прибыла с этих племен, она приказала прямо вместе, они приплыли на ладье, корабль такой, да, ладья, и с дарами всякими такими, и она приказала прямо вот с этой ладьей их в яму и живьем закопать, приказала, представьте. Вот, то есть она довольно такая была суровая женщина. Там другой, третий случай тоже очень известный такой, тоже из летописей. Как, наверное, самый известный. Вот эти первые два случая ее коварства, ее хитрости, они мало известны. А вот третий случай, он самый известный обычно. Кто изучал жизнь, читал о жизни княгини Ольги, обычно этот случай все знают. Когда в Коростоне жители... они дань отказывались платить, то княгиня пошла на такую хитрость.
она приказала собрать минималку. То есть она, мол, я, мол, ограничусь лишь минимальным самым налогом. А в то время самый минимальный налог какой был? Ну, как в библейские времена, да? Голубята. Голубята. Вот, воробьи и голуби. Птенцы голубиные. Вот, и это как, допустим, в храме Иерусалимском, да, мы читаем, за Иисуса была принесена тоже минимальная жертва, это птенцы голубиные, два голубенка. Сейчас по современной жизни, допустим, церковной, православной, это можно сравнить с двумя копеечными свечками, которые можно поставить возле иконочки, допустим. То есть это самые минимальные вообще, самые дешевые свечки. Вот, и она приказала, сказала жителям Коростани: хорошо, не хотите платить? Ладно, да, разойдемся миром, заплатите мне хотя бы чисто символично минимальную жертву, минимальное приношение. Голубят. С каждого двора, но чтобы точно с каждого двора, в знак того, что вы меня как княгиню уважаете. Жители Коростани говорят: о, классно. Княгиня у нас пошла на поводу, и она не просто сократила налог, а она вообще согласилась на минималку. То есть чисто на символическое признание себя королевой, ну, княгиней. Вот. И ничего не подозревающие жители Коростаня пришли солдаты Ольгины и собрали с каждого двора по несколько этих голубей. Но раньше, в те времена, как сейчас, допустим, смс-ка там, или там, сообщение какое-то почтовое, раньше голуби, в каждом дворе были голуби, которых использовали для передачи сообщений. Важных, неважных, неважных каких, любых сообщений. И вот интересно, княгиня пошла на такую хитрость, да, она, собрав всех этих голубят, приказала каждому голубю, солдаты ее, они уже поняли ее коварство, привязали такие пакли, серу и что-то еще, и подожгли, и отпустили голубей во свояси. Голуби с этими зажженными паклями, они, конечно же, каждый голубь полетел на свой двор, а дворы все были, соломенные крыши у всех же были, деревянные, соломенные, и голуби в одночасье, они долетели с этими паклями горящими и подожгли весь город. Весь Коростань был сожжен в одночасье, представьте. И жители были убиты, да, которые пытались спастись, их убивали. Весь город горел изнутри. Представьте, и стены крепостные не помогли Коростаню. Вот так вот. Княгиня была очень хитроумной. Да и много других примеров, которые доказывают, показывают нам, что эта княгиня была очень коварной, жестокой женщиной и волевой. Но очень интересна судьба ее. Представьте, она... Опять-таки, точно неизвестно, когда она принимала христианство, есть разные мнения тоже историков, но примерно вся картина ее, вот крещение, примерно так описывается. Хотя есть мнения и иные. Официальная версия такая, что она злоумная, да, она такая была женщина. И официальная версия такая, что она прибыла в Константинополь, в Царьград, представьте, в Царьград. И, кстати, есть версия, мнение историков, что Ольга, она была внучкой, или дочкой, или внучкой, там разные мнения есть. Если внучкой, то по возрасту больше подходит. Если дочкой, то она, получается, была Игоря старше намного, получается. Но, как бы, кто его знает? Вот как вот, допустим, Пугачёва и Галкин, допустим, да, вот они живут нам душа в душу, хотя в возрасте большая разница, да. Или, допустим, основатель ислама Мохаммед, да, Магомед, его жена первая была на 20 лет старше его. Вот, бывают такие пары. Возможно, была это и такая пара. Возможно. Вот. Но точно неизвестно. Возможно, она была или внучкой, или дочкой Олега, того самого Вещего, представьте. И поэтому с Константинополем, с Царьградом у Ольги были свои счеты определенные. И она прибыла туда, собственно, показывая, что она является королевой. Она является не просто тебе с какого-то далекого племени такая малозначительная фигурка, а что она очень важная фигура на такой, будем так говорить, шахматной доске тогдашнего политического мира Востока.
Ну и вообще из Запада тоже, кстати, тоже. Так вот, и рассказывают, что Константин Багрянородный, тот самый седьмой, да, он хотел даже жениться на ней, представьте, там есть такая версия, мнение такое летописцев. Хотя она была уже в возрасте женщиной и вдовой, и в возрасте старше, но как бы императору она очень сильно понравилась. Вот ее позиция, ее манера такая властолюбивая такая. Но княгиня перехитрила императора. Не прямым, она отказом отказала ему, что было бы, что могло бы быть сочтено как бы, ну, неуважением каким-то таким, да, а хитростью такой. Опять-таки хитроумной, хитроумностью своей. Вот, она, значит, заявила, что хочет принять христианство, хочет принять крещение христианское. Вот. И чтобы император сам стал ее крестным отцом, восприемником. И император согласился, вот, и обрадовался, что княгиня будет креститься прямо в Царьграде, прямо в Софии. Вот, и там ее, по преданию, по легенде, и крестили, да, в Софии, в Константинополе. Вот. Ну а потом, когда император опять руку и сердце предлагал ей, она заявила, что я же знаю, что раз ты восприемник, раз ты мой крестный отец, то по закону христианскому ты не можешь мне быть мужем уже, суженым. Ну и император, говорит, отстал уже от нее, уже больше не домогался ее. Вот, вообще интересная очень даже история Ольги. И сама Ольга, она и здесь повела себя вот как хозяйка вообще. И она вернулась в Киев, и ее сын был еще малолетним. Ее сын еще, хотя сына своего она тоже наставляла в вере, но он так и остался язычником, таким хрестоматийным, таким, Святослав так и остался язычником. Но сама Ольга, она распространяла христианскую веру, да, крестила, и она, будем так говорить, даже к чести ее памяти светлой, она, имея возможность крестить Русь малой кровью, ну, по сравнению с тем, что было при ее внуке Владимире-то, но она избежала этого искушения. Вот это к чести ее славного имени. Потому что она избежала этого искушения, которое было общим в то время вообще, весьма распространенным и в Западной Европе, и на Востоке. Помните, да, такие примеры? В Западной Европе самый известный пример – это Хлодвиг Великий, так называемый, да? Жена его Клотильда, и крещение Хлодвига, как считается, дало начало именно такой широкомасштабной такой уже христианизации Западной Европы. Потому что когда Хлодвиг крестился, но он крестил не только себя, крестился, но и крестился сам, и крестился его гарнизон, его армия, солдаты его и весь народ. Он приказал всех крестить, ну, хочешь не хочешь, то есть он приказал крестить всех своих подданных. Вот. И о насилиях там мало сообщается, но тоже сообщается иногда. Но сам принцип, что вот крестился он, и весь народ его должен быть крещенным. Вот такого насилия в вопросах веры. Это было общим для того времени, к сожалению. Это на самом деле это не крещение. На самом деле это без меня меня крестили, как говорят. Это ж так, курам насмех. Знаете ли, а не крещение. Это профанация таинства. Это медвежья услуга царству небесному. Вот. Это никакое не крещение. Простое мытье в лучшем случае. Или же суеверие, обряда вере, что угодно, но только не крещение. Потому что крещение все-таки должно совершаться именно по вере во Христа Иисуса сознательно верующему человеку. Вот как обещание или спрашивание у Бога доброй совести. Но как ни переводи, как ни смотри на крещение новозаветное, однозначно оно говорит нам о вере самого крещаемого человека, о сознательной вере. Педобаптизм как таковой я практиковал раньше, конечно, как и тысячи моих коллег, православных священнослужителей, я практиковал педобаптизм, я крестил тысячи детей,
да и взрослых тоже крестил, но без просвещения, как вот мы называем это, да. То есть это было действительно в традиции, которую до сих пор практикуют, да, которые до сих пор живут тысячи, к сожалению, священнослужителей наших православных, но я от которой отказался уже. В 96-м году я отказался от этой практики педобаптизма, и с тех пор крещу только лишь по вере, сознательной вере в Иисуса Христа людей. Вот. И я настаиваю на том всегда, как реформатор, обновленец, что педобаптизм – это не для нас. Без меня меня крестили – это не крещение. В лучшем случае это благословение в жизнь человека. Допустим, если младенца крестят, то это понятно, это благословение в жизнь младенца. Вот. Но это не крещение. Самое крещение, это действительно, да, это как вот сравнимо, ну, с воинской присягой можно сравнить, да. Ну, пусть и грубое сравнение, но все-таки оно можно сравнить так вот. По крайней мере, у себя в церкви, когда я огласительные беседы такие провожу, беседы с теми, кто готовится к таинству святого крещения, то всегда я об этом рассказываю, да, как один из примеров, одна из иллюстраций для нашего лучшего понимания, да, это как воинская присяга. Допустим, человек, он принял Иисуса Христа своим Спасителем Господом, принял жизнь вечную во Христе Иисусе, да, и это как вот, если с армейской жизнью сравнить, это как будто бы на карантин попал, да, человек, будущий солдат, вот, а уже, когда он действительно крещение совершает по вере во Христа, верующий человек, да, возрожденный уже, да, то тогда это можно сравнить с воинской присягой. Он уже не просто форму носит, да, он не просто уже попал в армию, да, он сейчас живет в подразделении воинском и кушает с одного стола с другими солдатами, ходит строем, там, осваивает устав, там, что-то еще. Нет, он уже имеет и права, и обязанности, и он уже, ну, член тела Христа Иисуса. Так что, друзья, вот, и княгиня Ольга, слава Богу, избежала такого искушения. И она, имея возможности, все рычаги власти в своей стране, она, однако же, избежала этого искушения. И она не крестила насильно никого. Она лишь действовала методом убеждения. То есть она действовала по-нашему, по-христиански, по-правдочному, ну, воистину, как именно и положено было быть. Вот, и... К сожалению, этого не скажешь о ее внуке. Ее внук уже Владимир князь, да, креститель Руси, он именно крещение начал именно такое широкомасштабное, общее крещение, невзирая на веру, неверие, просто добровольно-принудительная система христианизации. Поэтому, когда говорят, вот крещение Руси началось с князя Владимира, я говорю, нет, это не наше, это не наше, это не крещение. Если это крещение, то упаси Господь нас от такого христианства вообще, Владимирова. А вот Ольга, да, вот как по-моему, как на мой взгляд, так именно Ольга была крестителем Руси. Именно Ольга. Хотя многие скажут мне, ну я пытался говорить, дискутировать с разными священнослужителями, традиционалистами такими, не реформаторами, даже контрреформаторами. И мне говорили, вот, кого Ольга покрестила? Ну, может, десятки, может, сотни людей, ну, может быть, даже тысячи, но это очень мало. А вот Владимир, его действительно объем, он всю страну покрестил. Ну, не всю, но большую часть, основную часть. Но мое христианство – это сам Иисус Христос. Иисус Христос – мой Господь и Спаситель. И как, смотря глазами Евангелия, глазами Христа, я вижу, что не Владимир – креститель Руси, а именно Ольга, она является крестителем Руси. Именно Ольга. И пока это мы не переосмыслим, пока мы это не поймем, не разберемся в этом вопросе, ведь до сих пор традиционалисты, официальные традиционные православные церкви, старого, нового обрядов, все прославляют Владимира как крестителя Руси и воспевают его как бы равноапостольным, воспевают его таким просветителем. Ой-ой-ой, нет, горе нам от таких, в кавычках, просветителей. Настоящей просветительницей была именно княгиня Ольга. Вот она действовала по-христиански, по-настоящему.
А Владимирово христианство, оно яйца выеденного не стоит, гроша ломаного не стоит. Владимирово христианство – это такая цезарепапистская такая система, модель, которая до сих пор, ну, будем так говорить, она присутствует, особенно у нас в православии она очень ярко выражена. Но я считаю, что нам, православным христианам, особенно священнослужителям, пришло время покаяться во Владимировом христианстве и поднять на высоту Ольгина христианства. Нам пришло время отделить, как говорится, мух от котлет, а котлеты от мух. Нам пришло время просто рассудить и разделить кислое от пресного, священное от несвященного, наше христианское от антихристово, Христово христианство и антихристово христианство. Вот княгиня Ольга, она, судя по тем немногим сохранившимся материалам, ее христианство, видно, оно было христовым христианством, потому что ее методы были методы убеждения, методы проповеди. А вот Владимирово христианство – это уже антихристово христианство. То есть это христианство, которое, ну, скажу так, начиная с Константина Великого, и особенно при его детях, и особенно при его преемниках, Феодосия Великого, Юстиниана, вот то византийское христианство, да, такое блудливое такое, знаете, как церковь-блудница, вот, но церковь как невеста, она должна действовать вот как вот Ольга действовала, а церковь как блудница действует как вот Владимир действовал. Поэтому, хотя и княгиню Ольгу, и князя Владимира их в один ряд ставят, на самом деле это, как по-моему, так это два разных вообще христианства. Это две разных модели совершенно. Нам нужно принять либо одного, либо другую. Либо княгиню Ольгу, либо князя Владимира. Вот, и сегодня я убежден, что вот в эти дни особенно, вот память князя, княгини Ольги была, на днях память князя Владимира и крещение Руси. Вот нам нужно разобраться в этом вопросе. И крещением Руси обозначить не 988 год, а, допустим, 955 или какой-то еще, может быть, год даже. Ну, того же самого 10-го столетия разные есть мнения, когда сама княгиня Ольга крестилась. Или, допустим, крещение там до того, еще до княгини Ольги, на Аскольдовой могиле, там, значит, да, когда храм поставили, тоже в память о крещении князей. Потому что по преданию были княжеского рода христиане и до Ольги. Просто с Ольги началась именно такая открытая проповедь, началось такое распространение христианства, такое открытое и широкое. Так что вот так, друзья, братья и сестры. А по поводу педобаптизма, считаю, однозначно нужно нам, православным христианам, отказываться. «Без меня меня крестили» – это не для нас вообще. И это вообще не христианство. Это даже рядом не лежало. Это профанация таинства. Особенно обращаюсь сейчас к священнослужителям. Нам нужно покаяться и отказаться от всякого педобаптизма. Проповедовать Слово Божье, Евангелие Иисуса Христа, чтобы люди принимали Спасителем своим Господом Иисуса и крестились в согласии со своей верою, как обещание Богу, как испрашивание у Бога этой доброй совести. То есть жизнь наша – Христос. Сам Иисус есть наше христианство. И, конечно же, еще более важное для всех нас, и баптистов, и педобаптистов, это действительно погружаться в нашего Господа Иисуса Христа лично, каждому верующему, и креститься, то есть погружаться и пропитываться им, пропитываться Иисусом Христом, пропитываться, быть в Духе Христа, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот княгиня Ольга, по тем немногим фактам, которые мы знаем после ее крещения, какие были, видно, что она все-таки, ну, Христово христианство. А вот